Описание КТ легких. Ребенка 3 лет, 2016 года рождения, от 5 сентября 2019 года. Область исследования. Грудная клетка. Контрастное усиление не проводилось. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани сохранена. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Тимус размером 37 на 23 на 48 мм. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина возрастной нормы. Врач-рентгенолог КМН Котов Максим Анатольевич. Заведующий центром КТ и МРТ клиники «Медиус», ассистент кафедры лучевой диагностики СЗГМУ имени Мечникова. Комментарий. Добрый вечер. Данных за наличие очагов в легких и увеличение лимфоузлов средостения не получено. У таких маленьких детей тимус может путать всех на рентгене. Это бывает. В то же время у малышей правильно смотреть лимфоузлы с контрастом, так как жира в средостении мало и лимфоузлы видны плохо. Но у вас данных за патологию грудной клетки нет. Вопрос пациентки. Добрый день. Я хотел уточнить у врача, действительно ли не выявлено ничего в лимфоузлах. Просто я вчера еще параллельно отправила КТ в национальную радиологическую сеть, и оттуда пришло заключение о мелких кальцинатах в лимфоузлах бифуркационной группы. Может ли врач посмотреть еще раз снимок? Ответ врача-рентгенолога. Добрый день. С уверенностью можно сказать, что патологических кальцификатов в лимфоузлах средостения нет. В целом, кальцификаты – это отсроченный исход длительно протекавшего процесса, что характерно для взрослых, переболевших туберкулезом не менее 1-2 лет назад. Думаю, что фраза про кальцификаты осталась из взрослого шаблона.